Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ежедневные награды за Лигу Сегунов 3 звезды я забираю. Так, забегаем сразу в магазин, посмотрим, что у нас выпадет из колоды бесплатной. Но я так понимаю, ничего, да? 5 долларов, хорошо. Так, забегаем в задание и забираем наши реварды. Так, поднять уровень персонажа, сразиться в боях, все понятно. Короче, ребят, смотрите, что у меня есть. А? Как вам это? Ха-ха. Да, я специально накопил, все-таки успел докопить ДНК, да, на пульверизатора и на острозуба, поэтому мы их переводим обоих в 5-ю золотую звезду. Так, смотрите-ка, что это у нас тут? Удар плечом. Острозуб бьет врага плечом, увеличивает силу атаки на 50%. Кстати, это очень круто, между прочим. Хм. Так, а что у нас откроется здесь? Мне интересно знать. А ну-ка. Так, это у нас, ребята, пассивка. Всегда готов называется. Пульверизатор хочет проявить себя как машина для борьбы с преступностью. В начале хода есть вероятность 10% поднять скорость союзников на 20% в течение 2 ходов. Слушай, ну это неплохо. И мы можем, кстати, еще с вами прокачать провокацию. Давайте сделаем. До 4-й ступени. Отлично. Ну что же, еще 2 героя у нас получили 5-ю золотую звезду. Соответственно, они кандидаты на перевод в платиновый ранг. Но это уже будет зависеть от вас. Для начала нам, конечно же, нужно накопить 330 осколков, да, платиновых. После этого мы уже будем с вами думать. Ну что, начнем, пожалуй, по стандарту. Турнирная арена сегодня у нас. В Лиге Сегунов 2 звезды я нахожусь. У меня ранг 69-й. И поэтому нам нужно опять подниматься вверх. Так, Филипп. Вот начнем, пожалуй, сразу же с Филиппа. 56 уровень у него максимальный. Значит, нам нужно сделать что? Значит, нам нужно отыграть полтиннички. Я думаю, раз, два, три. Так, секунду. Немножко опасно, но я все-таки, наверное, рискну. Я думаю, что Леонардо всех сможет подбить. Всех одним, как говорится, ударом. Ну, мы проверим сейчас эту теорию. Если даже кто-то успеет тут выжить, я надеюсь, что Донателло добьет. Ну-ка, проверим. Так, вот она, наша вертушка. Ага, ты посмотри. У нас выжил Ванька, Бибоп и Майки ролевой. Давай-ка, наверное, мы Майки уничтожим. Попробуем. Замечательно. И теперь массовая атака от Шархана. Так, ты посмотри-ка. Да ладно, Бибопчик, успокойся. Зачем тебе нужен иммунитет? Вот объясни мне, а? Для чего? Получи по щам. Вот и все. Ну что, ребята, идеальная первая наша победа, и мы с вами продолжаем. После этого, как мы пройдем с вами ареночку, естественно, рванем на испытание. Так, ну, сегодня я хочу забраться обратно в Лигу Сегунов 3 звезды. Мне это нужно очень сильно. Потому что, ребят, скоро неделя закончится, и нам нужно получать осколки. Да и к тому же не забывайте, что разыгрывается у нас Леонардо ролевой. Так, тут 54 уровни. Кто-то, кстати, из подписчиков написал: «Рэй, ты только умеешь со слабыми драться». Причем здесь драться вообще со слабыми, если мне на самом деле нужно просто подниматься как можно быстрее в ранге. А какие я методы для этого применяю, это уже никого, как говорится, не должно волновать. Вам главное получить, как говорится, удовольствие, да, чтобы я получил платиновые осколки в конце недели и смог проапать какого-либо персонажа. И чем быстрее мы это с вами сделаем, тем быстрее будем делать обзоры от подписчиков, да? Выбирать будем команды, сборки и будем их тестить. Так, ну, Кирби, понятно, это ватник. Давай-ка, пульверизатор. Замечательно. Ну что же, мы продолжаем. Вторая победа у нас идеальная. Сколько, наверное, еще победы? 3-4 должно у нас быть, чтобы мы с вами... Хотя, подожди, может быть... Ну да, где-то 3 победы, чтобы мы перешли в Лигу Сегунов 3 звезды. Попробуем это с вами сделать. Так, Матвей у нас тут. У него уже 59 уровень, это по максималке. И я думаю, что вот так вот мы с вами, наверное, сделаем. Так, у него Лео есть, это опасно. Мы с вами возьмем Железноголового. Потому что Леонардо на 69 уровне, ребят, ну, может пропечатать нам довольно неплохо. Ну, попробуем. Так, паутинка от Паукуса. Это для начала дня. Так, теперь бомбит у нас Железноголовый. Вау, они выжили. Так, ну-ка, Армагоша, не подведи меня.
Кстати, я все хочу прокачать ему вот этот, ребята, удар. И все никак у меня не доходят руки. Надо будет глянуть, что там нужно искать. У нас же первого уровня не прокачанный этот астероид. Так что надо взять на заметочку. И мы с вами переходим, блин, на 20-й только лишь ранг. Хм. Так, ну что, 58-й, 60-й уровень. Давай, поехали. Героев у меня все меньше и меньше и меньше, поэтому... Так, возьму-ка я, наверное, здесь зэка. Но это опасно. Ладно, поехали. Будем надеяться, что мы успеем все-таки продамажить. Да, зэк бросит бомбочку, это понятное дело. Это в первую очередь мы сделаем с вами. Так, смотрим дальше. Кирби, хиллер. Интересно, успеет он захилять или нет? Как ты думаешь? Если я сейчас, например, его припечатаю вот так вот. Посмотрим, что дальше у нас. Так, Майки начинает тут выеживаться. Так, мы можем с вами крик души сделать. Ай-яй-яй, мне это совсем не нравится все. Плохо. Плохо у нас дело. Да что ж такие крепкие. Оу! Так, если мы сейчас Майки не уничтожим, я боюсь, карайка у меня... Да, к сожалению, от постепенного урона она отдуплилась. Это плохо. Соответственно, бонус мы получим минимальный, да? Ну и, естественно, вряд ли мы сейчас перейдем с вами в Лигу Сёгунов 3 звезды. Потому что, ну, не хватит совсем чуть-чуть. Вот, поверьте мне. Сейчас посмотрим. Был 20-й, да, ранг? И куда нас перекинут? 5-й, 7-й, да? 10-й даже. Ну вот, это именно из-за того, что у нас, ребята, погиб персонаж. Так, ну что ж, давай тогда поехали. Орландо. Я пока злой, я пока в гневе, поэтому нужно, ребята, их разбирать. Берем и делаем таким вот образом с вами. Так, беру я сюда, наверное, еще Криса и откатываю Леонардо. Сейчас мы сделаем с вами вертушку. Я надеюсь, Крис Брэдфорд сможет кого-то там добить, но... Ну, а остальное, как говорится, в руки... Не знаю, кому, Всевышнему, наверное. Давай вот так вот сделаем. Да, идеально. Как раз вот и осталось именно одного персонажа нам добить, с которым справился Крис Брэдфорд. Все, значит мы, да, мы перешли в Лигу Сёгунов 3 звезды. Соответственно, ребят, мы сейчас здесь немножко укрепим свои позиции. Для этого нам, наверное, придется отыграть остальных героев и взять по максималке. Я думаю, что это Юсуф будет. Раз, два, три. Возьмем с вами Лео и... Сплинтер брать это опасно, его могут уложить. Поэтому я, наверное, возьму зэка. Ну, извините меня, если зэк в паре с Леонардо, то никто здесь не выживет, поверьте мне. Смотрите, как это все происходит. А, у нас же еще Майки. Я вообще-то думал, что у нас зэк будет первым ходить. Ну да ладно, смотрите, как это выходит. Мы бросаем бомбочку. И Леонардо делает вертушку. По идее, должны все упасть. Угу. Кроме Рафаэля. Ну, давай вот так вот пропечатаем ему. Упс. Все, ребята. Ну что, с ареной мы с вами на сегодня заканчиваем, да? И, соответственно, идем на испытание. Испытание сегодня у нас будет на Рафа. Так, мы получаем с вами позицию какую? 83-ю. Ладно, хорошо. Завтра, я думаю, надеюсь, по крайней мере, доберемся до Лиги Мастеров. Хотя за это время меня опять сбросят, и нам опять придется забираться до Сёгунов. Так, ну что? Так, у нас в магазине, кстати, что-нибудь можно приобрести? Оу, 112 монет. Мы с вами копим на кого? Давай, наверное, будем все-таки белку Алапекса получать себе, да? 52 ДНК мы уже получили. Остается 38. Какой 38? 28 ДНК, и все будет хорошо. Так, ну ладно. Поехали, испытание, и у нас, ребята, черепашья буря откроется, ну, буквально завтра уже, да? А сегодня мы идем на ярость Рафа. И хочу сказать, что команду мне дадут вообще не ахти. Ну, посмотри, ну что это? Это, ребята, одно расстройство, на самом деле. 40-е уровни, да? И только лишь пауку с 60-й. То есть, соответственно, мы с вами далеко здесь не уйдем. А мне хотелось получить... ДНК на Рафа. Но ничего с этим не поделаешь. Что я делаю? Тут же автобой можно включить, и дальше они сами пойдут как по маслу. Давайте-ка посмотрим. В общем, ребята, первая катка у нас пройдет хорошо, вторая тоже, третья, я надеюсь, также быстренько. А вот с четвертой уже будет, наверное, проблемка.
потому что там будут 40-е уровни противников, и я думаю, что они будут разбирать потихоньку, да, и Ксевера Монтеса, и моего Острозуба. Хотя Острозуб у меня уже 5-ю звезду золотую получил, да, и как провокатор он должен быть хорош, но все равно его там будут разбирать, я вот чувствую это. Ну что же, Рафаэль, фильм, нам достается одно ДНК, и мы с вами идем. Ну ладно, этот трафик мне в принципе, ребят, не нужен. Но я же не могу это как-то обойти или бежать. Мне придется все равно драться в этом бою, чтобы продвинуться далее. Так, поехали. Если честно, я очень, ребята, уставший. Я со смены пришел, поспал маленечко, голова не варит. Так что, если где-то что-то запинаюсь или туплю, не обращайте на это внимания. Надо очухаться, понимаете? А для того, чтобы очухаться, мне нужно потратить полдня. Так что представьте, да, в 5 вечера встал, полдня потратил, то есть ночью записывать. Нет, так не годится. Ну что тут вы, роднулечки мои, стоите. Получи, распишись. Так, ну это понятно, тля падает сразу же. Здесь паукус отлично сработал. Вот зачем ты это делаешь, а? Острозуб, это не нужно тебе было в данный момент на валуном. Так, ну что, тут тоже, ребят, все хорошо у нас прошло. 25 уровень сейчас только что был у нас, да, противников. И мы переходим, наверное, на 35. Ну так я и думал, что, наверное, где-то на эпизоде 4 мы, скорее всего, сдуемся. Но, опять же, не факт. Попробуем дальше как-то с вами рвануть. Получится или нет, там уже будет видно. Ну что же, тут вначале, конечно, все легкотня. 30 уровни, у нас 35 будут, как сказать, основные персонажи. Вот он, наконец-то я увидел удар плечом. То есть он разбегается и бомбит. Слушай, довольно прикольно, кстати, я раньше этого удара не видел. А может быть, просто видел, но забыл. Но тем не менее. Так, давай-ка, упс. Ты смотри-ка, а? Какой охламон. Кстати, ребята, у нас в данный момент, вот именно в нашей катке, два провокатора. Первый это Крип, второй это Острозуб. Ха, прикольно. Как я вам говорил в прошлых видосах, да, нам нужно больше провокаторов. А кто у нас еще провокатор? Кто-то писал, что, по-моему, Донателло. Только вот какой? Я, честно говоря, не помню, чтобы Донателло был провокатором. Ну, может быть, я просто еще не прокачал ему определенный скилл. Так. Рафаэль, зачем ты это делаешь? Я не знаю, если честно. Бумс по голове. Своей гигантской рукой звезданул, и Рафик упал. Ну что, ребята, вот о чем я вам говорил. Сейчас мы переходим на максимальный для меня уровень. Эпизод 4. И как мы видим, тут противники уже 45 уровня. То есть выжить может, ну, могут все, конечно, но я сомневаюсь в этом. Паукус, конечно, выживет здесь, потому что он 60 уровня, ему бояться, как говорится, здесь нечего. А вот здесь, смотрите, смотрите, что делают, а? Ах вы, крысы позорные. Взяли постепенный урон на Крипа, повесили. Но у него, ребят, есть самоотхил, так что получи. Так что пока волноваться не о чем. А вот именно массового хилера у нас здесь в этой команде нету. Вторая волна. И так, слэш, железноголовый. Ну-ка посмотрим, как они с ними тут разберутся. Ну, стрелозады, это понятно, ребят. Они будут тут быстренько у нас падать. Ага, быстренько, как же. Слэш, успокойся. Ну вот, вот о чем говорил. Подожди, подожди. Дай-ка я попробую. Мне нужно как можно быстрее сделать ему отхил. Ёлки-то палки, ну-ка. Не выходит что-то у нас. Ничегошеньки пока. Да ну, не успел, ребята, не успел. Вот и первые, как говорится, у нас с вами потери. Первые потери, мы потеряли Крипа, родного нашего. Я думаю, что на следующую битву даже не стоит идти. Это бесполезно, потому что нас там будут разбирать. Там будут... Какие уже? 55 уровни. Там даже паукусу будет очень сложно, если честно. Так, давай попробуем. А, нет, лучше в провокацию я встану. Я хотел сделать... Я хотел сделать удар плечом. Кстати, давно не... Ох, ничего себе! Пока я тут, ребята, думал, что сделать, просто Рафаэль Космос разбомбил моего Острозуба. Вот это, конечно, для меня новость. Причем с одного удара практически он вынес ему все ХП. Печалька. Да, Ксевер Монтес тоже упал. Слушай, я боюсь, такими темпами мы сейчас с вами и паукса потеряем. Ну-ка, паутиночка.
Так, хорош, успокойся, пожалуйста. Смотри-ка, наносит. Да ладно, он еще и хиляется, а? Он еще и отхилялся. Ладно, давай бомбить тогда. Так, пол здоровья отняли. Так, подожди, успокойся, не надо буянить. Да, тут на самом деле только лишь паук, по-моему, у нас и выживет с вами. А может быть и нет. Сейчас посмотрим. Да, есть шанс у него, конечно, выжить. Валуном сейчас по голове мы бросим. Так, слабенько как-то и добивочный. Да, друзья, вот вам и результат нашего испытания. Всего лишь одна звезда. А лучше здесь никак нельзя было пройти. Хоть ты тресни. Нет, если бы, может быть, Крип успел немножко себя отхилять, но все равно бы его запинали бы, потому что на нем висела провокация. То есть вот этот вот, ребята, вот это вот испытание, да, ярость Рафа, тоже пока мне еще не дается для полного прохождения. Ну, потому что здесь такие специфические персонажи, да, участвуют. Ну, вы сами прекрасно видели. Например, Паукуса, которого нужно прокачать. Потом кто у нас там? Острозуба, тоже его нужно прокачивать. Только в том случае мы с вами сможем здесь что-то делать. Ну, а пока это бесполезно. Так, что мы сможем с вами сейчас сделать? Во-первых, я хотел посмотреть у Армагона навыки. Вот этот вот. В общем, нужно мне 8 джойстиков, да? И 6 очков. Давай попробуем у нас с вами... А, у меня откаты, ребята. Их мало, я пока не буду их тратить. Они мне пригодятся в дальнейшем. А пока, я думаю, перебьемся. Так, в магазине мы смотрели с вами. Так, жетонов 430, этого мало очень. А нам нужно... О, еще 400. Господи, как они медленно копятся на самом деле. Так, ну что, у нас тут еще задания не выполнены. Поднять уровень персонажа. У нас с вами не так много ДНК, поэтому придется какого-то слабенького. Давай, может быть, Сплинтера. Так, 47 уровень он получает. Отлично, забираем Ревард. И сразиться в боях. Вот единственное, что теперь у меня, ребята, вопрос, кого нам искать? Армагон по максималке, да? Пульверизатор тоже. А кого я могу теперь, извините меня, искать? Ха. Никого, получается, да? Вообще никого. Мундагека у нас. Ой. Что же мне тогда делать? Ксевьер Монтес, подожди-ка, а разве я... Нет. Чтобы на него дальше искать, мне нужно, ребята, повышать ему уровень. Тогда давайте делать другим способом. Раз у нас на Армагона нужно найти кое-что, да, начнем искать очки вот эти вот. Заодно будем выполнять с вами задания. Ну, делать просто нечего. Нету выбора у меня. Так, сотовый телефон выпадает, который мне не нужен. Так, 3D очки выпали. Первые, да? Вторые, нужно 6. Так, третий. Ну, давай, давай, давай. Так, тут мимо, мимо кассы у нас пошло все дело. Да что ты будешь делать-то? Давай очки, говорю. Все, что угодно, только не очки, а. Так, это четвертый, да, получается. У меня, наверное, нет, ну пиццы хватает, а вот телепорты, конечно, у меня быстренько заканчиваются. Да дайте вы мне еще две... Двое очков найти. Ну, что вы жметесь? Так, и последние. А, и началось. Давай вот здесь попробуем. Так, Бакстер Муха нам выпал еще до кучи. Да ладно тебе, какой-то... Какой-то бред падает мне. Ты посмотри, что делает, а. Вот, ребят, последнюю... Последние очки я нашел. И нам нужно еще... Так, 8 геймпадов, да? Сейчас будем с вами также париться по поводу этих геймпадов. Так, джойстик выпал. Давай дальше. Пока нифига подобного. Так, второй. Пицца там заканчивается. Третий. Третий. Еще нужно 5. Ну, конечно, пошло, поехало. Все не так, ребят. Вот крюк, кошка, все что угодно. Только не то, что мне нужно. Ну как так-то, а? Зачем вы так делаете? Специально, что ли? Я, ребята, и трачу телепорты, да? И ничего толкового не получаю. Это крюк-кошка, вот зачем вот? Вот когда мне нужна будет она, да? Ты ее фиг найдешь. Так, у нас с вами 6 пиц. Последнюю, короче, ребята, я трачу. И какие-то учебники мне достались, но не то, что нужно. В общем, 3 джойстика мы еще с вами находим и повышаем ему на вторую ступень. Я думаю, что будет увеличивать силу атаки где-то на 30%, а здесь на 20%. Так, ну что, ребята,
по-моему, все на сегодня, да? Забираем реварды. Так, первый видос, как говорится, для расщукивания я сделал. Так, можно... Нет, не пойду. Испытание у нас откроется завтра, естественно, ребята. Мы пойдем его проходить. Так, а тут мы с вами... Ну, тут сколько могли, столько прошли. Ну, все, друзья, как бы так вот. Что могли, то успели. Увидимся завтра и продолжим играть в черепашки ниндзя легенды. Ну, а с вами был Рэй, всем пока и до скорого. Trunks full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. We came to party all night long, and we don't need no chaperone. We don't need nobody's attention. Yeah, we just wanna dance on our own.